Примерно недели две назад здесь очень странный знак висел. Вот я сейчас вставлю кусочек с другого видео. И смотрите, знак изменили. Благодаря видеоролику, который я снял, и комментариям, и лайкам, которые вы поставили, администрация города, наши сотрудники ГИБДД увидели ошибку, исправили, что дает мне повод для радости. И нормальные знаки висят, разметку сделали. Вот поэтому спасибо большое, человек, который... накормил меня в трудный час, когда хотел жрать, и дал стульчик, когда очень я не мог стоять. Спасибо за идею. Мы фигашим контент.